Академический состав педагогического университета утверждает, что именно сегодня ВУЗ получил самый болезненный удар от Министерства образования. Власти, по словам педагогов, решили не выделять государственных мест на подготовку следующих предметов обучения – литовский и английский языки, история, биология, география, музыка. Это эмоциональное и административное давление на учебное заведение, считают педагоги. Мы хотим обратить внимание общества на то, что мы подготовили огромное количество прекрасных педагогов. Ведь без учителей нет будущего, а наш университет практически уничтожают. Этот университет подготовил профессорский состав практически для всех литовских университетов. Уже 2 года подряд докторское отделение готовит по 5 человек. Академия наук верит в нас. Сейчас хотят уничтожить то, что мы создавали, и отдать тем университетам, которые не занимались подготовкой педагогов. Требование академсообщества педагогического вуза заключается в следующем. Немедленно остановить системное уничтожение вуза и остановить хаотичную реформу высшего образования. Обеспечить, чтобы была создана необходимая инфраструктура по подготовке квалифицированных педагогов. Что делать, если в будущем не будут подготавливаться учителя по литовскому языку, русскому, истории, биологии, географии? Мы сегодня не думаем, что нас ждет в будущем. В петиции указано также требование обеспечить всем работникам сферы образования человеческую пенсию в размере 3 минимальных заработных плат, а также повысить саму заработную плату. Создать условия для повышения квалификации работников просветительской сферы в Литве и за границей. Сложив все вместе эти детали и дав возможность учителям работать здесь, в Литве, возможно, многие примут решение разобрать давно собранные чемоданы, сказали профессора. Ирина Высокович, Аудрис Андрияускас, Первый Балтийский канал.